Клин встал на лыжи. 500 спортсменов-любителей приняли участие в юбилейной народной гонке. Репортаж об этом смотрите в наших следующих выпусках. Здравствуйте, это новости вторника, и вот его главные темы. Шестнадцатилетний школьник и невинные соседи, жертвы в огне и на дороге. Несовершеннолетний водитель автомобиля АК погиб, получил травму на месте. Переселенцы из Зубова 22 семьи справили новоселье на Масленицу. Добрый путь. Ура! Клин проводил фестиваль и встретил весну. День защитника Отечества в Клин-5 и в городе.